Я из Сибири, из Омска. Я люблю графы, карты и пересечение двух множеств карты графы, дорожные графы. Ну, еще я Java-программист и так далее. Итак, вот дальше можно следить за прогресс-баром, видя вот такие вот циферки 3, 65, 5, 65 и так далее. Это число слайдов. Итак, Немножечко поговорим о Big Data. Big Data старых времен представляли собой следующее. Это могли быть, например, какие-то астрономические наблюдения. Люди, например, составляли звездные каталоги о положении подвижных или неподвижных звезд, собирали погодные данные, ну, например, 150 лет назад, собирали данные о торговле и торговых маршрутах. Например, Остинская компания трекала все перемещения всех своих кораблей по земному шару. Таким образом, получались вполне себе неплохие полигончики, а, а также, конечно же, данные о сражениях. Причем сразу со всех сторон, которые участвовали в сражении, то есть обычно, со, ну, обычно мы могли получить о каждом сражении сразу несколько копий, которые друг с другом не сильно совпадают. Вот все это копилось, 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 но настоящих графовых больших данных в древности это, в общем-то, не было. ну, Траектории неподвижных звезд мы считать не будем. Но теперь ситуация изменилась. У нас сам характер больших данных очень сильно поменялся. Например, самая большая шняга, которая только есть на свете, это, например, веб-граф, это штука, в которой просто невероятное количество узлов и ребер, и ни в какой Neo4j, конечно же, не влазит. А есть штука поменьше, это, например, Facebook Friends граф, или вообще такая мелочь, которая, казалось бы, никому не нужна, это так называемый Gmail Email граф. Давайте назовем вершинками нас с вами, которые шли друг другу в Gmail письма, и поставим темповую дугу, если письмо было в этом месяце отправлено. Например, граф последних месячных сообщений. Это такая известная в научном мире, если кто-то вдруг пишет статьи в научные журналы, это citation граф, кто кого где процитировал, люди собираются в кучки, цитируют друг друга, и вы не поверите, этих данных так много, что получается очень-очень-очень large граф в этой ситуации. И, например, для любителей финансизма это PayPal transaction граф, они, конечно, не очень часто любят приоткрывать завесу над ним, но в некоторых катонах они давали кусочки. Если говорить о масштабе, нужно же понимать, сколько там вершин ребер вот, во всех объектах, которые я перечислил. Я приведу в пример буквально несколько. Ну, самый большой... Нет, давайте с маленького начнем. Вот мы сейчас в Москве. Вот у меня есть дорожный граф Москвы, в котором число вершин 250 тысяч, число ребер 460 тысяч. Ну, в Москве число ребер медленно, но стабильно увеличивается на 100 килобайт в моем графе, по крайней мере, Москвы. А вот дорожный граф Евросоюза, он уже значительно больше. Там люди уже 2000 лет строят дороги, еще римляне начали, и там уже степени появляются. То есть там, например, 18 миллионов вершин, 42 миллиона ребер, ну, в знаменитом графе его 2010 года, и растет он немножко другими темпами. Но теперь перейдем к реально большим графам, а не каким-то дорожным. Это же, конечно, Facebook и веб-граф, и в одном из них уже полтора миллиарда вершин и почти полтора триллиона ребер. И, конечно, размер данных, которые ему соответствуют, не позволяет влазить уже не то что на один сервер, но и на ваш домашний кластер или даже на стандартный средний кластер вашей компании. Проблемы. Проблемы, которые людям приходится решать на самом деле на графах. Проблема-то в чем? А, все эти классные учебники, которые вы учили на всех этих ваших мехматах. А, там были классные графовые алгоритмы, они хорошо работали на 10 вершинах и 12 ребрах, или там даже на 30 вершинах и 40 ребрах какая-нибудь задача и жора. Ура! Мы ее улучшили! Ну, все помнят эти истории. Но потом есть более важные вещи в вебе. Например, с чего все началось. Это, например, нужно посчитать ваш важность вершин, причем это не обязательно страницы в вебе. Например, ученые. Есть очень важные ученые, есть менее важные ученые. Есть важные журналы научные, есть менее важные. Например, научный вестник в моем городе, он не очень важен, на него никогда не ссылаются из Science, а вот, ну там, или вестник МГУ тоже не очень так себе. А вот, ну, обратная ситуация, сами понимаете, другая. А... Например, вам нужно каким-то образом среди контента, который друг с другом завязан, определять популярные новости, определять кратчайшие пути в любой из представимых вами метрик, не обязательно в пространстве, рассчитывать максимальный поток, причем как в старых канализациях 910 года, так и, например, в газопроводе «Сила Сибири». Ну, там-то простая цепочка. Вам нужно понимать, как юзеры, например, в вашей сети, э, собраны в подгруппы. Например, там, не знаю, существуют ли какие-то микросообщества, которые интересно использовать. Не знаю, например, таргетироваться на них. Эм, также вас могут интересовать, как я уже сказал, какие-то кластеры. И самое интересное, зачем-то нужно разработчикам вы, вы вычислять максимальные клики, какие-то треугольнички выделять. Вот кто на самом деле хоть раз пытался сжать граф, понимает, что вот это выделение маленьких треугольничков – это классная тема, чтобы не хранить весь граф целиком. Ну и, конечно, вам иногда нужно э, просто построить тупо сервис рекомендаций. Например, есть сопоставление какой-нибудь двудольный граф. Эти люди смотрели это, давай им порекомендуем то. Двудольный граф может быть очень большим. И связи в нем тоже важны. Я буквально парочку картинок хотел привести в пример. Ну, очень мне нравится научная сфера в этом плане. Например, вы хотите опубликовать э, статью в каком-то математическом журнале. Э, и как бы вы бы хотели, чтобы на вас ссылалось максимум людей. Хотелось бы найти такую, не знаю, такое небольшое со множество вершин, которые вроде бы попадают сразу в несколько журналов, но вы сразу таргетируетесь на несколько научных коллективов, они наверняка это прочитают. Сразу видно, что абстракт алгебра, например, линейная алгебра, они очень далеко друг от друга, и ну, нужно очень аккуратно следить. Линейные алгебраисты очень не любят топологов и так далее, вы никогда не сможете сразу найти два журнала. А вот, например, вероятность и они как-то очень часто вместе встречаются, они лежат у нас ближе и так далее. Вы легко можете запилить какую-нибудь статейку и туда, и туда. А, здесь более общая картина для всей, наверное, науки. Не секрет, что треть научных публикаций у нас принадлежит медицине и биологии. А, и поэтому вы видите, а еще классно делают а, в Nature, они сразу делают статью, которая два тега медицина и биология, какое-нибудь биологическое молекулярное исследование, и она сразу накручивает нам ранку двух вершинок в этой ситуации. Видно, что, например, физика, ну, что означает здесь ребра, я забыл сказать, означает, что э, человек опубликовал свою статью в медицине каким-то образом сослался на работу людей, которые опубликовали свои статьи, например, в молекулярной биологии. И здесь мы видим, что близко лежат уже целые группы наук друг к другу, например, геосайенс э, и физика, а вот, например, компьютер science почему-то очень далеко от геосайенс лежит, ну, потому что геосайенс — это география, блин. И так... Следующий небольшой переход. Вот есть такой знаменитый граф, в нем ничто не предвещало беды. Мы смотрим на него и пытаемся понять, есть ли в нем какая-нибудь особенная вершина. В этом графе есть особенная вершина. И это не тот парень, который там сбоку пробегал. И, ну, вы все видите особенную вершину. И правильно, это не просто так, это классный граф, кто-то нарисовал все браки семейства Медичи во Флоренции. И действительно, если выделить вот эту вот вершинку, которая такой звездочкой со всеми коннектится, то это медичи, которые распрострелили свое влияние как раз в этой Флоренции путем династических браков. И если бы кто-то в свое время вынес бы хотя бы одно поколение семейства медичи, то, например, какое-нибудь другое семейство могло установить власть над Флоренцией. Ну, в общем, иногда анализировать и выделять важные вершины по-своему правильно. Это так называемое, если все это обобщить, это но-централити проблем. Вы выделяете вершины с какой-то степенью важности. И здесь может быть очень-очень много разных подходов. Приложений дофига. А -а -а -а. Еще отдельно хочется сказать. Вспомним такую вот вещь. С... Он рано перелеснул. Все вы, наверное, слышали теорию шести рукопожатий, эксперимент Милграма, сидел такой товарищ в США и начал рассылать письма счастья. Тогда раньше это не считалось спамом. Он послал шести друзьям, те послали шести друзьям. Он смотрел, как, за сколько пересылок это все дойдет там, из одного города в другой. У него даже число хорошее получилось. Не представляю, правда, как... У нас бы в почте, наверное, не дошло. Но там дошло. И получилось что-то порядка шести с чем-то. А, весь вопрос. А, действительно ли мир настолько узкий, что мы через шесть рукопожатий кого-то знаем. Давайте возьмем реальный веб-граф какой-нибудь и посмотрим, что на нем. Не веб-граф, простите, Facebook-граф. Facebook в 2011, по-моему, году, он Развернул кластерочек и вычислил как раз вот это вот среднее расстояние между двумя пользователями во всем графе Фейсбука. Ну, за исключением, он выкинул всех юзеров, по-моему, из какой-то полинезии, потому что они все сильно ухудшали. И вот там число среднее было 474. Это очень хорошее число, и оно намного эм, меньше, чем в эксперименте Милграма. И можно сказать, что Facebook connecting people. Но Twitter-то connecting people больше. Почему, как вы думаете, у Твиттера число, вот это среднее число, меньше? Но все уже приготовили ответ. На самом деле дело в том, что в Твиттере вы фоловите друг друга, а в Фейсбуке, наверное, надо подтверждать свою дружбу. В 2011 году так было, по крайней мере. Поэтому в каком-то смысле вам проще зафрендить Обаму в Твиттере, чем в том же Фейсбуке. Там он вам не ответит взаимностью, а в Твиттере вам его взаимность вроде как и не нужна. Вот. Например, я подписался недавно на М. Уотсон, и ко мне сразу стал ближе весь мир, когда я через API стал лазить по графу. Вот. Только для этого подписался. А вот если взять MSN Messenger, например, ну, кто пользовался, тот помнит, как редко им люди пользуются. В нем, например, это среднее число даже больше, чем в реальном мире. Ну, я вот тут взял период за один месяц, мне было доступно такое исследование. Если взять, наверное, годовой дамп, э, помните, да, как объявляется почтовый граф, наверное, число было бы поменьше, но не слишком. Итак, какие же у нас есть тулзы для этого всего? Все поняли, что данных много, на одну машину не влазят, их надо как-то параллельно обрабатывать. Я вообще большой поклонник параллельной обработки, но MapReduce не люблю. В чем проблема? Большинство графовых алгоритмов итерационны. MapReduce как бы намекает нам, что если вы хотите делать что-то много-много раз, пожалуйста, сохрани все эти состояния на диск, эм, сделай сначала Map, потом Reduce, потом все перетасуется, сохранится на диск. И представьте себе, вашим графом в многоитерационном алгоритме это только одна итерация. Такая вот chain of MapReduce jobs вытянулась и начинает колбасить. Да, конечно, можно. Можно и искать ширину и так далее, все, ну, долговато и не очень эффективно. Проблема в чем? Что не все графы алгоритмы, не для всех них ученые написали статьи и сказали, вот, есть граф алгоритма, а вот тебе MapReduce модель. Скорее всего, вам придется часть вещей переколбашивать самому, после того, как вы сделаете это, вы никогда не опубликуете это нигде в открытую, потому что это, пусть это будет чужой болью. Например, Почему вообще не использовать MapReduce-Hadoop на примере PageRank? В чем прикол? Да, это тоже итерационный алгоритм, в котором важность сайта зависит от важности сайтов, которые ссылаются на него. В принципе, число итераций небольшое в этом итерационном алгоритме, но веб-графта у нас большой. Представляете, вы всю эту махину будете сохранять каждый раз. Нет, не очень. Там есть приближенная формула, конечно, для определения рекурсивности, но Google, которому этот PageRank надо было считать, он выбрался как только за пределы машины Сергея Брина, они тут же выкатили, ну как тут же, через 12 лет статью о Google Pregel. Замечательная, распределенная система для разработки больших графов. И там такая модель была: BSP, пробулки, булки, которые синхронизируются параллельно. Мне вот так нравится, я запоминаю его так. Она вся из чего выглядит? Он говорит: давайте у нас в системе все будет двигаться большими супершагами. Вот начался первый супершаг. Мы загрузили граф, ну или его кусок, а, разослали всем какие-то сообщения, произвели какие-то вычисления в вершинах, выставили синхронизационный барьер, в него все вершинки ударились, проголосовали, что мы, да, мы обменялись сообщениями, честно, мы все вычислили. И в некоторых вершинках вычисление при этом может уже остановиться. Фишка в чем? Каждый этот суперстеп в каком-то смысле а, может считаться... Блин, как это по-русски? Atomic Unit, я не знаю даже, как это коротко перевести, вы все знаете наверняка. Вот, но суть в чем? Маленькая неделимая единица. При этом вам не обязательно каждый раз после каждого суперстепа сохранять это вам на диск. Хотите, выставили сейфпоинты, после которого все это засвопится на диск. Хотите нет, это определяется юзером. Вот еще картинка, которая это все иллюстрирует. Что получается? Вы можете раздать ваш граф по кусочку, раздать его на разные ноды, и там эти вычисления могут быть произведены. Потом они еще все покоммуцировали, все хорошо. Что, чем обладает вершина? Вершина то становится центральным объектом. Вы сидите в вершине и думаете из нее, как бы, вот такие из вершины смотрите. Вокруг вас ваши соседи и соседи соседи, но они уже вас меньше интересуют. У вас есть послание для ваших соседей. У вас есть ваша собственная ID, оно может быть вложено в послание, может быть нет, в зависимости от какой-то ситуации. И каждая вершина пока не придет в финальное состояние, участвует в каждом суперстепе. Вот так выглядит, если кому-то виден код C++ API вот этого прегеля, который, собственно, был описан в статье. Видно, что он отличается от какого-нибудь MapReduce API, основная функция setMessage, vote to halt, проголосовать, что я закончила. Вот. И ну, там реализация парочки еще полей и так далее. Это все не так сильно интересно, потому что кто же нам дал скачать этот прегель? А, никто не дал. Проблема в чем? Давайте посмотрим коренным образом на отличие. Вот вроде я сказал, похоже, поругал Мапредюс, ходу и так далее. Проблема-то не в том, что Мапредюс плохой. Ему просто очень нравится работать с данными, которые можно как слайсы нарезать, вот такие вот. То есть вы ваши данные разрезали на строчки, и вам не надо сильно лазить из одних кусков в другие. Они, эти данные относительно независимы друг от друга. Вы их раздали на ноды, все вычислили. Проблема э, граф параллельного подхода в том, что ну, это кажется, что легко. Вот в маленьком графе, например, э, ну даже не, ну граф Москвы, конечно, сложный граф, но в графе какого-нибудь другого города поменьше легко выделить компоненты связности, разрезал по мостам, раздал на две ноды. Проблема в том, что в той же Москве уже, например, очень много мостов, а иногда, если у вас веб-граф, эти мосты не очевидны, и запускать огромную дуру для того, чтобы найти некоторый минимальный разрез, по которому будем разрезать. А в каком смысле он минимальный? Можно же одну вершинку отсечь, которая одним ребром соединена. Ну то есть непонятно, как тут быть. Раздача и раздербанивание графа на куски для параллельной раздачи – это своя сложная задачка. Эта своя сложная задачка решается по-разному как раз в относительно open системах, которые являются как раз реализацией того прегеля API. О них я поговорю чуть дальше. Лично для меня я сам большой поклонник Apache Giraffe, но есть и GraphLab, реализация на сях, и GraphX, и GraphChi. Я про них всех чуть-чуть сейчас поговорю. Итак, Apache Giraffe. Пригорь проприетарный, а поджирав же нет, он же апачевский, он может запускаться, он вообще подходит для кого? У вас был какой-то кластер, Хадуповский сегодня он стоит без дела, потому что никакую аналитику не надо вычислять. Или, не дай бог, вы накопили ваши графовые данные через попа боль, как раз уже через Хадуповский кластер. Вот Apache подходит тем, у кого уже все на мази, уже все работает. Вы можете поставить его сбоку на одну ноду или на каждую ноду, вот это не так важно, как это на первом этапе сделать. После этого нужно четко понимать, что будет-то на самом деле. Вы написали, реализовали какой-то API, и что получается в Apache Giraffe? Да? Apache Giraffe обращается к Hadoop кластеру, и он преобразует ваши функции в цепь MapReduce. Job, казалось бы, мы хотели от этого уйти, но вот они, но, внимание, они отказываются от Reduce, а иногда сорты шаффл во всей этой катавасе, они бесконечно увеличивают важность операции map, все это мапится в памяти, и только в сейфпоинтах, как я сказал, которые мы сами определяем, сохраняется на диск. Если нам не нужна безопасность, можем один раз загрузить в память, переколбасить это все в виде цепочки map отображений, и потом сохранить на диск финальное состояние. Что здорово, эта штука использует Zookeeper для того, чтобы отказаться от всех этих ходуповских точек, отказа и так далее, и так далее. Я чуть попозже про это скажу. Как это выглядит во, всем этом во всей этой экосистеме? С выходом ярно все это стало намного проще, Жираф еще лучше стал интегрироваться. Ну даже с первым ходупом все это вполне себе дружилось. В принципе, у вас может быть такая инфраструктура. Можете снизу пойти по любой стрелочке. Ваш граф может лежать как в HDFS, так, например, в Кассандрии и даже, на самом деле, в какой-нибудь реляционной базе данных или в Дексе, о котором уже говорили. Дальше вы всю эту э, вещь можете в память загружать как тем же хайвом. Вы можете написать свой мапредюс, вы можете отдаться жирафу на усмотрение. А Zookeeper будет следить, чтобы ваши ноды падали правильно при выходе мастера одного из строя, новый вставал на его место. В общем, все, где колбасит ваш граф, оно было таким неубиваемым. Еще раз, почему Apache Graph? Ну, что мне в нем нравится? В нем нет локов, в нем вот эти вот основанные на сообщениях э, коммуникации, они рассылают сообщения, нет такого, что часть графа залочилась, и с ней почти по какой-то причине ничего нельзя сделать, или в памяти она лежит залоченная. Нет каких-то семафоров, у нас есть глобальный барьер синхронизации. А еще у нас есть, э, по сути, как бы это сказать, э, настоящий подход к массивной параллелизации графа. Графа не алгоритмов, а данных. Вот это важный момент. Ну, здесь, как это физически может выглядеть, например, на ваших серверах. Вот лежат вершинки, вы на каждом запускаете компьютерные потоки. То есть, при старте вы каждой бабе по серьгам раздали этот граф, сделали вершинки, подготовили сообщения, начали их рассылать. Внутри своих нод между нодами там и так далее. Здесь еще одна картинка, времени уже немного, я пойду чуть быстрее. Итак. Еще раз немножко о роли зукипера мне он очень нравится здесь. Чем он занимается? Он раздает воркерам а, работу. Он а, запускает мастера. Если один умер, другой встал и пошел и так далее. Именно в нем, в зукипере, вы можете описывать чекпоинтовые пути. А, мастер. А, вот здесь вот, если первый мастер упадет, то его на замену ему вставит второй. Причем а, как будет происходить, если где-то в серединке между всем этим вся эта история упала, то ничего страшного, откатывается обратно к последнему вашему сейфпоинту. Вот. Но если вы его не сделали, конечно, никуда это не приходит. И, конечно, воркеры, воркеры, трудяги, которым уже раздали все эти графы. Именно они запускают вычисления функций compute, которые вы можете по-своему реализовать в вашем алгоритме. Именно они отправляют все эти маленькие сообщения. И эти воркеры можно вы можете заранее приготовить много воркеров и потом э, очень классно. На их, например, три воркера на эту ноду, 5 воркеров на эту. Можете составлять свои таблицы расписания. Я прибегну к ссылке на знаменитое исследование «Скейн жираф на триллионе ребер». Ну, в жираф очень сильно вложился в Facebook, поэтому мы тут не без него, у кого еще триллион ребер. Что они сделали? Они построили некий идеальный график масштабирования, на их взгляд, вот для, например, 200 миллиардов для 200 миллиардов ребер, здесь под зарез, в статье, в статье, которая в заголовке, там как раз триллион, но здесь было для 200. Они построили некоторое идеальное масштабирование и провели эксперимент. Здесь мы видим, как они последовательно наращивали число воркеров для обработки своего графа, для вычисления, а смотрим, как у них убывало время. Ну, почти идеально. Меня больше смущает, правда, из их статьи картинка, где жираф, даже лучше, чем. У него даже лучше, чем линейная скалабилити. Не знаю, за счет каких ухищрений в перетасовке это было сделано. Но суть в том, что если у вас при фиксированном количестве воркеров наращивается число ребер, у вас, в принципе, вы получаете ну, линейное увеличение количества времени на вычисление. Что тоже очень хорошо. Я уже достаточно сказал о том, как происходит умирание, нужно четко отделять жираф от хадуповского кластера. В жирафе избавились от единой точки отказа. У вас все равно остаются хадуповские единые точки отказа, типа какая-нибудь наимнода, который выпал в осадок. Но э, здесь я хочу привести еще один график. Мне вот этот эксперимент больше всего нравится. Э, это уже Яху. Яху для своего портала. Э, кто помнит еще Яху порталы, делал большой эксперимент, у них -то, они тоже получили граф переходов, юзеров куда-то. Вот. И что они сделали? Они также посмотрели, Сначала на 250 миллионах вершин, при наращивании воркеров, как уменьшается количество времени, идеально, все любят эту функцию. Потом посмотрели, что все здорово, просто как правильно совмещать графики, мне их исследования больше, чем фейсбуковской нравятся. Они посмотрели, что в принципе при возрастании числа вершин у нас тоже почти линейно растет время, потом они как бы наложили измерения того и другого эксперимента. Вот здесь мы смотрим график, у него как бы три измерения, но суть в чем, смотрим за верхней фиолетовой линией, то есть при пропорциональном увеличении количества воркеров, при увеличении числа воркеров пропорционально количеству введенных вершин, мы получаем почти константную зависимость. То есть постоянное время обработки. То есть пришло нот, о, пришло, увеличилось количество вершин в вашем графе, ну добавьте еще воркеров, и у вас все будет за такое же время вычисляться. Вот такой вывод у Yahoo, который они добили. Итак, мы проводили свой эксперимент на MapReduce, жираф вот здесь хотел бы показать вычисление PageRank на хадупе вместе с махаутом и пейджанг на жирафе. Количество итераций, ну вы по-разному можете все это реализовывать. На жирафе было проведено больше итераций, но в итоге на одну итерацию тратилось намного меньше времени и все это в 10 раз еще быстрее отколбасилось. Отдельно хочется сказать для тех, кто скажет, блин, да в этом жирафе очень мало нормальных алгоритмов. Есть еще одна надстройка над всей этой штукой. А капи, вот что это за тунец на картинке, я не знаю, это какое-то редкое животное, но тоже семейство жирафовых. Это, по сути, занимает нишу махаута, но только для графов. То есть все классические, не совсем классические алгоритмы. Если у вас есть даже какое-то обучение супервайзером на вашем графе, у вас есть какой-то подграф, про который все известно, и большой граф, про который неизвестно нифига, вы можете использовать на самом деле вот эту библиотечку. В ней хороший лист алгоритмов. По-моему, даже на питоне нет никакой либо, где вот все эти алгоритмы поддерживаются. Но я могу ошибаться. Итак, а но а кто же убьет жираф? Жираф уже старый отстойный подход, которому целых два года. Говорят, ему на пятки наступает вместе со спарком. Все мы любим спарк это же круто, скала в памяти. Ну, старый добрый мапредюс на самом деле, но в памяти, говорят, он в 50-100 раз быстрее ходупа. У него есть, тут уже поправляли в этом зале, уже да, покруче, чем шарк. Вот я сам шарк только использовал. У него есть своя либо для Machine Learning, своя либо для Hive, ну, для SQL-запросов. И, конечно же, как без этого, у него есть своя либо для того, чтобы делать графовые вычисления. Ну, непонятно. Я не сравнивал сам, насколько граф X быстрее, чем Apache Giraffe. Я видел такие исследования, но Apache Raf уже все загрузил в память. И вот здесь надо очень-очень корректно подходить к вычислительной модели. Я сам не считаю, что граф X это какая-то страшная панацея. На самом деле, чем это может быть хорошо? Если вы уже перешли на Spark каким-то образом, то есть у вас был старый ходуп кластер, вы еще получали какую-то аналитическую отчетность, потом у вас, не знаю, внезапно зародилась сеть друзей или пользователей в РТБ-системе и так далее, вы пристроили сбоку Spark, который лазит в Hadoop хранилище для отхо каких-то запросов, и вы еще хотите вот над этими запросами строить что-то с графом, ну тогда можно пойти по этой ветвистой дорожке, но только в этой ситуации есть еще такая штука как граф граф x я уже сказал простите а, горло немного а, мне очень нравится графчи на самом деле графчи это такой как бы сказать, эм, пасынок, не знаю, как это называется, у Графлаба, тоже еще одной лаборатории, которая реализована на сях. Только в чем их прикол? Они говорят, да ладно, давайте процессить большие графы на вашем лаптопе. У вас же нет большого кластера, ну посерьезно, ученые, нет уже. Давайте все делать на одном маленьком компьютере, на Mac Mini, например давайте, правда, мы сохраняем на диск, но давайте делать это так круто, чтобы вот те данные, которые мы читали с диска, они как бы последовательно на диске лежали, чтобы граф вот так хорошо хранился на диске, чтобы вы как будто бы вот, ну вот получали выгоды от того, как он хранится. Для этого используется такой алгоритм, который называется там, window, Параллел слайдинг window, такое специальное окно, которое так классно движется по графу и вырывает из него куски и, соответственно, сохраняет также. Суть в чем? Вы делите граф на некое количество кусочков в субграфах, причем они могут быть не обязательно связанными, вы когда-то импортировали, в фоне запустили тулзу, которая разделила их на кусочки, и теперь в память можете читать по этим же кусочкам. Кусочки лежат рядом, есть известный выигрыш от того, читаете последовательно, здорово. Но, конечно, лучше на SSD дисках, если у вас какой-нибудь Mac Mini с SSD диском, не знаю, Chromebook или так далее. Но все это, конечно, для домашних забав. Впрочем, есть график, который утверждает, он уже сравнивает ходуп. Не знаю, что за ходу не сравнивали, но это, по крайней мере, из диссертации чувака, который граф Чи придумал. Он говорит, ну у меня нет 1536 машин, я как бы очень-очень старый аспирант 42 лет в каком-то университете, у меня есть мой маленький МакМини, я буду запускаться на нем. Этот граф, у него, видите, 40 миллионов юзеров, 1,2 миллиона ребер, вообще здоровая штука. Они подсчитывали, треугольнички. Помним, да, для чего нужны треугольнички? Чтобы граф сжимать, чтобы не все ребра дуги хранить, чтобы его компактно еще на диске хранить. Они эти треугольнички подсчитывали в графе Твиттера. Надо было им. Там хорошо, наверное, треугольнички считаются. Типа Петя и Саша любят Машу, вот найди такой любовный треугольник. И у него что получилось? Вместо того, чтобы запускаться на полутора тысячах машин, он убедительно у себя в статье э, демонстрирует, что графчи у него очень неплохо отрабатывают. Он, конечно, говорит: у меня не граф лап. Но вы знаете, если умножить их 64 машины на полторы минуты, еще неизвестно, кто кого. Вот, ну, то есть, вот такой, по крайней мере, подход. Я сам лично. Вот в последнее время перешел на использование этого графчи, когда я вычисляю себя на лаптопе. Всем рекомендую. А, здесь еще немножко результатов. Это чисто для тех, кто скачает презентажку и просто понаблюдает на вот эти вот данные. На графчи очень прилично процессится граф. графы. Вы знаете, если вам у вас нет претензии дома сразу колбасить фейсбучный граф. Очень много открытых графов. Твиттер 2010 года, дам гигов 30 всего весит. Яху, веб. Вот есть такие компании второго эшелона, которые выкладывают свои графы. Их не менее интересно исследовать, но вот они в открытом доступе. Их не нужно умолять на коленях у кого-то. И уже почти завершающаяся часть, у меня еще 8 минут, сейчас быстро галопом по Европам. Я Обращу ваше внимание на класс задач, в которых граф выступает в качестве вспомогательной вещи. То есть, ладно, вы уже хранить его научились, процессить и так далее. Как быть, если вы решаете совершенно другую задачу? Попытался снова всему угодить И дорожный граф Москвы, не знаю, видно или нет Но какой-то дорожный граф Москвы, наверное, не очень видно а, Определение, что такое дорожный граф У него вес ребер больше нуля, это важно Нет отрицательных каких-нибудь циклов У него может быть несколько классов дорог То есть вы заранее ранжируете дороги Например, вот это там МКАТ, а это что-то не МКАТ А это вот, например, можно закрыть завтра Вы это как-то описываете У дорожного графа у вершин есть два атрибута Широта и долгота Это очень важно, это сразу открывает Невероятные возможности по засовыванию этого в постгиз. А еще вы можете так или иначе, скажем так, Поместить это даже не то, что на ваш лэптоп, даже не то, что в вашу память. Не знаю, в Raspberry Pi можете поместить этот граф. Он не очень большой, если компакт нажать. Можете Raspberry Pi поставить на каждом перекрестке, там, не знаю, ну, это так. А самое главное, этот граф довольно статичный. Никто не строит у нас в России очень быстро новые дороги. Граф этот апдейтить надо редко. И вообще, вот у него такие черты. Соответственно, на нем можно решать более сложные задачки. Запомните, граф довольно статичный. Первая проблема. А кратчайший путь на таком графе? Он в каком смысле кратчайший путь? Э, вот, например, теперь нельзя так просто доехать из Минска в Полтаву. Теперь кратчайшее расстояние может считаться в каком-то смысле. И вот так. Э, или иногда вам в игре нужно посчитать кратчайшее расстояние. Представили игровое поле в качестве графа, запустили какой-нибудь со звездой, и радуетесь. А иногда со звездой не отрабатывает, потому что вы, блин, столько клеточек напилили. Итак, в чем проблема вообще поиска кратчайшего пути? Вот это граф, не знаю, например, штата Орегон. Где-нибудь на северо-западе США. Вот это полный граф. Вот все вершинки. Американцы любят жить еще между городами, поэтому у него очень-очень-очень много вершинок. А эти вершинки еще все не окрашены. А в чем проблема? Дело в том, что вы можете запустить какой-нибудь алгоритм Дейкстры, и он просмотрит все ваши вершины. Он же такой классный. Он просматривает все вершины, всю эту дуру сохранил в память. И ну, вы нашли кратчайший путь потом. Проблема. Вы можете как-то попытаться это ускорить. А давайте запустим Декстру с двух концов. Как только эти два потока встретятся, так вот тебе и сказочки конец. Пожалуйста, вот и короткий путь. Но мы вообще-то нуждаемся в какой-то более быстрой системе. Тут проблема в том, что даже если вы bidirectional дейкстра запускаете с двух сторон, можете ждать очень долго. Люди долго думали такие и выдвинули некоторые требования к системе. Например, вы какой-нибудь абстрактный Google или вы, не знаю, просто вы делаете сервис дорог для вашего региона, например, Саратова, и вам нужно как-то очень быстро, ну, в Саратове, может, чуть медленнее, в Москве чуть быстрее, за 10 миллисекунд отвечать, строить маршрут. Вы должны в идеале, даже при увеличении числа вершин, при росте вашего графа, его качестве, чтобы ваши графы и алгоритмы, например, что-то спав, был в каком-то смысле как бы сублинейным. А, хочется а, заметить, что вы не против некой фазы препроцессинга и предвычислений, но потому что граф-то редко меняется. Почему вам не предвычислить что-нибудь? В онлайне вам мало чего поступает, но вы бы не хотели вычислять все попарные и кратчайшие расстояния между всеми вершинами. Это какая-то бредятина, займет кучу места, у вас в графе там миллион вершин, а сколько это будет попарных расстояний. И, конечно, вы вы готовы использовать некую компрессию на диск только ну как-то сжимать ваш граф то есть вы можете в фазе препроцессинга даже треугольнички найти чтобы это на диск хорошо сохранять ну как сказал network is stable здесь статьи одного очень классного товарища из microsoft research он написал миллион статей в соавторстве с другими и получилась такая табличка всех этих алгоритмов сделанная на графе дорог европы европейского союза евросоюза Здесь показано, то это тот самый граф с 18 миллионами вершин 42 миллионами ребер, количество миллисекунд затрачено, например, Дейкстрей, алгоритмами со странными названиями АЛТ, РЕХХ, ЦХ, ТН и ХЛ. Вот, я про некоторые отдельно из них скажу, но вот можно найти их по этим аббревиатурам. Например, первый алгоритм. Ну а со звездой многие, наверное, пользовали, когда какие-нибудь игрушки писали или еще что-нибудь. А представьте себе, что у вас а, где-то по земле, пускай даже в случайном порядке, расставлены некоторые landmarks, а, то есть какие-то, не знаю, Земельные меточки, и про них что-то известно. То есть э, можно оценить в какой-то метрике, какой из них вы движетесь. Тогда в этой ситуации алгоритм просмотрит отнюдь не все вершины. То есть мы помним, что со звездой не все вершины просматривают. Но вот эти Landmarks они как бы подкорректируют его направление, то есть сузят еще большую область просмотра. А давайте теперь другой алгоритм подумаем. Помните, как ездят обычно водители? Они едут быстренько до какой-нибудь клевой дороги, заскакивают на нее и начинают по ней быстро ехать. Вот этот алгоритм назвали РИЧ, типа достигни или еще что-то такое. В нем как бы поиск ведет себя, как вот эти водители. Он доходит до более важного класса дорог, заскакивает на него и начинает уже по нему мчаться в географическом направлении точки достижения. Есть uh, еще более крутой алгоритм, Transit Nodes. Uh, представим себе, что вы разделили ваш граф на миллион маленьких кусочков. В каждом кусочке вы можете выделить некое подмножество вершинок, Например, взяли дорожный граф России, выделили из него под, под, под дорожный подграф Москвы, а в нем вы можете выделить некоторое множество транзитных точек, между которыми вы можете, в принципе, вычислить попарные расстояния. Э, вот, например, когда я в Москве с одного края на другой добирался, я такой э, посмотрел, где ближайшая станция метро, потом в Яндекс метро посмотрел, как одной вершины доехать до другой, и потом снова посмотрел, как от той вершины добраться до другой. Точно так же работает этот алгоритм. Вы храните в какой-нибудь даже SQL-базе все попарные расстояния между вашими транзитными и все пары, знаете какие, любая вершина вашего графа и ближайшая к ней transit nodes. И тогда, уваля, все довольно просто. Вы можете даже не вычислять там эти расстояния, или даже какая-нибудь transit nodes, если у вас нет времени на препроцессинг. Но суть в чем, у вас получается очень компактное количество данных, оно не квадратное, оно линейное, как бы тут все довольно здорово. А, вот здесь показано, помните, да, какой был первый граф, в котором все вершины просматривались и так далее. А здесь вообще совмещенная версия ALT плюс, э, то есть ландмарки и transit nodes. Вы просматриваете настолько мизерное количество вершин по сравнению с Дэкстро, что вообще все очень круто. В общем, если у вас статический граф, вам нужно построить свою систему для расчета шорта спав, просто вот какой-нибудь из этих алгоритмов берете, и вся в системе запиливаете, забейте на Дэкстро. Но есть специальные случаи, когда нельзя забить на Дэкстро. Есть проблемки. Вы решаете более крутую оптимизационную задачу. Например, у вас есть в какой-нибудь другой стране миллиард долларов, которые вы хотите вложить э, в расширение дорожной сети оптимальным способом, и вы такие думаете, как бы вот нам так вложить, чтобы минимизировать что-то там, а дорожный граф, в зависимости от пробок, он может считаться разным, э, и вот тут граф может меняться от итерации к итерации. Здесь алгоритмы параллельиться вообще по-другому. Здесь э, целиком дорожные графы не очень большие, ну что такое там 300 тысяч нот. но они раздаются на различные инстансы вашего, например, кластера. И вот в этой ситуации важно четко понимать, что вы не можете использовать какой-то препроцессинг, вы не можете использовать какие-то предвычисления. У вас на следующей итерации на тысячи ваших нот будет тысяча графов, которые немножко друг от друга отличаются. Здесь становятся уже совершенно другие задачи. То есть здесь, например, для кратчайшего расстояния, ну, используйте какую-нибудь быструю декстру. Иногда, когда ответ очень важен точный, Ой, я забыл про это сказать. Те все алгоритмы крутые, они с какой-то вероятностью дают ответ. Это важно. Вероятность очень хорошая. Ну, пофигу, на самом деле, когда вам Google прокладывает трехпроцентная ошибка, вас вообще не волнует. Или Яндекс маршрут по пробкам, вы этого почти не замечаете. Вот. А на самом деле, если вам нужно по какой-то причине точное расстояние, и это как по правилу какой-нибудь, знаете, бильярдный шар чуть-чуть по-другому толкнул, и вся картина сильно исказилась. Вот, если это для вас важно, важна устойчивость решений, только суровые алгоритмы, которые дают точные результаты. Итак, у меня уже совсем чуть-чуть. Кто помнит про такую вещь, как космическое излучение? Представьте себе, что из космоса летит луч, он меняет байт у вас на вашем сервачке, и все. Ваш какой-нибудь граф алгоритм неустойчивый к ошибкам, начинает выдавать совершенно неустойчивые результаты. Так вот, уже очень довольно давно, 50 лет, для каждого классического алгоритма есть его версия, для, которая устойчива к ошибкам. К ошибкам, например, в вашем векторе, там, не знаю, ребер, дук или так далее. Вот, в общем, если вы что-то очень большое разворачиваете на многих машинках, у вас старые плохие машины, обязательно пытайтесь имплементировать вот такую вот версию и все буквально три картинки терпим терпим вот а, буквально пару дорожных графов это дорожный граф моего города О, я должен был его показать он розовый просто потому что у меня была такая краска а, это Новосибирск если вдруг кто-то из Новосибирска есть, он узнает свой город. Это простые способы визуализации. Видно, что очень густенько. Наверное, так много не надо, когда вы пробки отображаете. Но когда вы всякие очень сложные потоки считаете, вам нужен хороший дорожный граф. А это, например, я выделил транзит ноутс в Новосибирске. Вот кто снова из Новосибирска не даст соврать, что эти штуки у мостов, перекрестки очень-очень важные. До них очень удобно читать. Я выделил совсем немножко, и было все очень удобно. Ну, короче, математика, она такая, блин, сложная. Про нее надо все время думать. Если хотите думать вместе, там есть Twitter, Плюсы ВК, присоединяйтесь, я в общем готов с вами общаться на тему. Все, спасибо. Немножко в другую сторону. Mm -hmm. Я немножко использовал Апай жираф правда, под ну в совершенно другую сторону. Насколько я понимаю, там есть трудности, связанные с тем, что ну начиная с какого-то с какого-то момента мы начинаем опираться в какие-то хитрые вещи, например, в сеть и там у нас, скажем, скалабилити вообще падает. Э, как бы, насколько я понимаю, такое может быть и для графов алгоритмов, когда мы вот просто берем какие-то достаточно объемные данные и перекидываем на, соси, на следующие ноды. как бы, потому что я видел по тем картинкам, которые вы предлагали, там с этим не сталкивались. Почему и как бы, Смотрите, что делать, если сталкиваться? А, про, ну, то есть, там, принцип, который исповедует ходу данные, которые лежат локально со мной на ноде, их и колбась. Вот здесь жираф пытается делать то же самое. Вы раздали, или жираф, или графлаб, вы разрезали ваш граф, и вы в первую очередь обменяетесь сообщениями, все вычисляете в вашем подграфе, и только потом уже какие-то, например, вы написали свой, можно дописать свои агрегаторы, они сагрегировали сообщения, которые нужно между сабграфами переслать. Они делают это около синхронизационного барьера. Данные вообще, граф вообще не пересылается между нодами. Пересылаются некие сообщения. Например, вы вычисляли в сети, там, какая вершина имеет максимальный ранг. Вы можете, например, в своей сети вычислить, вам только значение, например, надо, а не номер даже. Ну, можно даже с номером пару. Вы раздали всем друзьям, сформировали сообщение для остальных сабграфов и переслали. Напоминает, ну, как, как ноды дружат в каком-нибудь Кассандре-кластере. Вот мне это очень сильно вот это напоминает. В общем, поэтому нет, наверное, таких проблем.